Здравствуйте, друзья! Итак, мы снова вместе. Я ваш тренер Тимур, и мы сегодня будем прорабатывать ноги, ягодицы, задняя часть бедра и передняя часть бедра. А также мы включим сегодня голени и закончим традиционно животиком. Итак, первое упражнение мы начнем. Это сгибание ноги. Поехали! Раз, два, три, четыре. Все, внимание! 8, 9, 10, а нам 25 нужно. 10 разиков, 2, 3, 4, 5, еще 5. Готово. И на этой же ноге мы делаем наклоны вперед. Тянем эти мышцы, которые уже достаточно разогреты и сокращены. Один, спиночку выгибаем. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А нам 25 нужно. 12, 14, 16. Глубже опускаемся сюда. 18, 19, 20. Это упражнение очень хорошо развивает заднюю часть бедра и ягодицы, укрепляет. Оно полезно как для мужчин, так и для женщин. 5 разиков. Раз, два, глубже. 3, 4. Готово. Следующее упражнение лежа. Вот так вот. Мы становимся. У нас левая ягодица достаточно разогрета. Поднимаемся на ручках, ложим ножку вверх и на одной ноге поднимаем попу вверх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, а нам 25 нужно. 16, 18, 20. Вот такая вот интересная последовательность. 3, 4, 5. Ух ты! Поднимаемся. И тоже мы проделываем со второй ногой. Итак, раз, два, 5, 9, 13, 17, 20. Раз. Готово. 5. На этой же ноге становимся. И делаем наклон вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Хорошо, тянем. 14, 15, 16. Чувствуем. 17 на протяжении всего выполнения упражнения. Заднюю поверхность бедра. 5 разиков. 1, 2, 3. И ягодичка. 5. Готово. Присаживаемся. Упираемся той ножкой, которую сейчас прорабатывали, и высоко поднимаем. Шесть, восемь, десять, а нам 25. Выдох. 18, 20. Как бы вбиваем ножку, ту, которая упирается у нас в пол. 5 разиков. Хорошо. Поднимаемся. И тянем заднюю часть бедра. Сначала левая ножка. Упираемся ногой. Рукой выше колена. Выгибаем спиночку. И вдавливаем коленочку. Создаем приятное растяжение задней поверхности бедра. От этого она становится еще более эластичным. Длинными мышцы становятся. И красивыми. Следующая ножка. Хорошо вдавливаем коленочку. Спиночку выгибаем, не горбим. Хотя очень большое искушение именно сгорбить спину. Для того, чтобы минимизировать растяжку. Но здесь все наоборот. Хорошо. Следующее упражнение. Это верхняя часть бедра, также ягодицы. И я хочу сказать, что когда бы вы ноги не тренировали, всегда нужно включать приседания, поскольку приседание является одним из самых мощных упражнений и развивает все наше тело, способствует выработке хороших гормонов, эндорфинов в организме, заряжает, тренирует все тело. Итак, у нас приседания. Приседания мы выполним с вами. Сегодня ножки поставим как можно ближе друг к другу.
и начинаем неглубоко. Один, спиночку выгибаем. Два, три, четыре, пять. Чувствуем. Шесть, семь, восемь, девять. А нам 25 нужно. 11, 12. Все глубже. 13, 15. Мне удобно руки держать впереди. 18, 20, 2, 3, 4, 5. Хорошо так. Убрасываем ножки, струсим вот этот дискомфорт, который появился. Ножки широко расставим. Они у нас уже достаточно разогреты. Спиночку выгибаем. И вот такие вот выпады. Раз, два. Вы помните, мы делали. 5 на каждую ножку. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять. Теперь расставим ножки не широко, не узко. Струсим на грузочках. И дискомфорт, который появился, приятные ощущения в мышцах. Перевели дыхание. Здесь очень важно, чтобы было комфортно дышать. Спиночку выгибаем. Сейчас мы будем отталкиваться от пола и имитировать как бы прыжки. При этом стараться, когда мы поднимаемся, подпрыгиваем вверх, опускаться на носочки. Итак, подпрыгиваем. Раз, опустились. Два, три, четыре. Подседаем. Пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Фух. Пять. Хорошо, хорошо. Добьем, 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 добьем. Добьем, добьем, добьем наши голени. Есть. Потянем. Потянем. Как хорошо. Работали с ножки. Готово. Следующее упражнение. Мы проработаем нижнюю часть спины, что укрепляет позвоночник, укрепляет верхнюю часть ягодиц и сжигает подкожный жир, который спрятался у нас на нашей спинке, на талии. Ножки широко, упражнение мельница. Оно укрепляет мышцы, которые расположены с позвоночника, от которых мы и не знаем. Это сберегает от всевозможных проблем возрастных и дискомфорта вследствие сидячего образа жизни, сидячей работы. Закончили. Мы повтягиваем в животик для того, чтобы втянуть. Да. Для того, чтобы проработать те мышцы, которые держат наши внутренние органы. Поехали. На вдохе втягиваем, на выдохе выпячиваем животик. Вдох, выдох.
Ой, хорошо. Спасибо вам большое за возможность делиться с вами своим опытом. Я надеюсь, что вы себя чувствуете так же прекрасно, как и я сейчас. Вы полны энергии, полны позитивного, хорошего настроения. Будьте счастливы, успешны и дарите радость людям. До следующей встречи. Пока.